Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем насадку под названием болтушка. Мы ее обычно делаем летом, но я ее хочу сказать, что ею можно будет пользоваться и зимой. Плевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете. Давайте ее сделаем. Для этого нам понадобится манка. Беру ложку манки. Вот так вот, без горки. Вот такая. Высыпаю ее в баночку. Дальше. Я хочу, чтобы она чем-то пахла. Поэтому попробую ванильный сахар. Теперь сделать хочу еще цвет. Добавлю сюда пищевой краски. Все. И теперь надо все это дело закрыть крышечкой и оставить где-то минут на 30 набухать. Также еще хочу сделать цвет зеленый и красный. Опять беру баночку. Засыпаю манку. В манку брошу несколько зернышек нашего краски. Это для яиц краска. Обыкновенная краска. Пищевая. Так, дальше размешаю ее. И залью водичкой. Все то же самое, просто, корицу не добавил, хочу запах поменять, корицу взять, черт, это корица высыпается в сухое, сейчас уже немножко хуже будет перемешиваться, надо высыпать в сухую манку, тогда будет классно. А я немножко сделал неправильно. Поспешил. И получилось, что получилось. Так. И опять ее накрою крышкой. И хай отстаивается. И третий вариант. Я тогда сделаю красный цвет и добавлю такой аттрактант, как он называется, красная печень. Почему бы нет, зима, но нужен белок. Смотрим, может быть, пойдет на это. Опять же манка. Сюда же идет наш краситель. Так, а вот теперь вот этот аттрактант надо будет добавлять прямо в воду. Есть такое правило: жидкое добавляется в жидкое, сухое добавляется в сухое. Так, теперь не вылить бы его много.
подходит. Все. Все, закроем крышках и пусть набухает. Прошло 30 минут. И вот смотрите, какая получается болтушка. Теперь эту болтушку я беру 20-кубовый шприц и загоняю эту болтушку в шприц. Теперь напишу, что это такое. Это у нас была корица. Корица. Носик закрою, чтобы оно случайно не вытекло. Все. Вот эта вот эта наживка готова у нас на рыбалку. Если вот она осталась после рыбалки, я ее бросаю в морозилку, и на длительное и очень даже длительное время там может храниться. Вот как-то вот так вот она будет. Выдавливаешь и обматываешь вокруг крючка. Все, друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Это все, что я хотел вам рассказать.